Так, тут Женя дала коротенький комментарий перед тренировками там или после тренировок, непонятно. И говорит, что рада быть на чемпионате мира, но это не отменяет того факта, что она будет бороться. Но опять сказывается влияние Брайана Орсера, главное участие, а не победа. Потому что быть на чемпионате мира мало, нужно ставить другую цель, конечно. Тем более для фигуристки, которая на двух чемпионатах мира, на которых она принимала участие, выиграла. Ну а так подумать, если бы послали Туктамышеву, там ведь короткая программа ее, все зациклено на тройном акселе. Если она его прыгнет, нормально исполнит, даже с тройками, то оценка будет неплохой. Но если она его завалит, то программа получит очень низкие оценки, и Лиза может уйти даже где-нибудь на 15 место. Это, конечно, плохо, когда у фигуристки только одно оружие. Более того, она зависима от этого оружия, потому что оно может не выстрелить банально, подвести в самый неподходящий момент. У Жени Медведевой задача проще, у нее нету таких сложных элементов. Главное отпрыгать свое. И открутить свое тоже, потому что на вращениях в этом сезоне у нее частенько были третьи уровни. Чего ни разу не было, когда Женя была у Итери Тутберидзе. Более того, она умудрялась дорожки шагов делать на третий уровень, при том, что во взрослом катании на международных соревнованиях заочным лидерам просто так авансом выдают четвертый уровень дорожек шагов. Даже если фигуристка делает ошибки. Рика Кихира это очень явный пример, она в одной из дорожек шагов столько ошибок наделала, и ей четвертый уровень влепили. Это такое мерзительное позорище, и как можно при таком отношении технических панелей к сильнейшим фигуристкам, в том, что они прощают им ошибки на дорожках шагов и ставят четвертый уровень, все равно умудриться получить третий. Видимо, дело в том, что постановщик не поставил ей дорожку шагов, которая включает все сложные элементы, которые дают четвертый уровень. Чектаус, Кобот, Визла и так далее. Просто действительно поразительно, Кихира, она и на юниорском уровне ошибалась, она там умудрилась два раза в дорожке шагов упасть, это ж просто позор. И вот совсем недавно в произвольной программе, это вроде было гран-при в Японии, ну а где же еще? Она там две грубейшие ошибки допустила в дорожке шагов и все равно получила четвертый уровень. Но что за позор? И при этом Медведева, которая не делает ошибки в дорожке шагов, очень часто в этом сезоне получает третий уровень дорожки. То есть, видимо, действительно ей поставили вот такую вот дорожку шагов, которая не включает нужных элементов, чтобы набрать четвертый уровень. Ну, странно, конечно.